Проходная завода «Арлекс» скоро сильно изменится. Сегодня там уже началось строительство дополнительных этажей. Но оно никак не связано с самим заводом, пояснил конкурсный управляющий завода Владислав Червяков. Дело в том, что проходную 2 года назад выкупил один из кредиторов предприятия, банка «Авангард». И сейчас новый владелец проводит там преобразование. 500 работников завода «Арлекс» по-прежнему пользуются проходной. Такой была договоренность между кредитором и должником.